Правоохранители Западно-Казахстанской области проводят очередную акцию «Приемная на дороге». Мероприятие, организованное по всей стране, продлится 2 дня – 9 и 10 сентября. Основная цель – наладить тесный контакт с населением и ответить на их актуальные вопросы. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 65 человек, 288 получили различные телесные повреждения. По итогам 8 месяцев зарегистрировано 205 дорожно-транспортных происшествий, в котором 65 человек погибло и 288 человек получили телесные повреждения различной степени. Жители города могут обратиться в департамент полиции по вопросам администрации, местной полиции и миграционной службы. Только за первые полдня юридические консультации получили более 30 человек. Я поддерживаю данную акцию, считаю то, что нужно данную акцию проводить на постоянной основе, чтобы наша подрастающая молодежь знала все законы и правила дорожного движения. Акция «Приемная на дороге» проводится по указанию Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В областном центре данная акция проходит в 3 местах. Итоги будут подведены вечером 10 сентября.